Девочки, привет! Купила на базаре вот такой вот антрикотик, и он был с косточкой. Я его купила по 250 рублей за килограмм. У меня было кило 800, я отдала 450 рублей за вот эти два кусочка, но тут косточка была. Я косточку обрезала, и получилось мякоти у меня 800 грамм. Путем нехитрых математических делений и вычислений я высчитала, что вот эта мякоть у меня обошлась, ну, если бы я покупала мякоть по 562 рубля 50 копеек. Смысл покупать вот эти косточки? Ну, единственное, что мяско хорошее на антрикоте, стейк типа. Так, что я хочу сделать? Я его буду запекать в духовке, этот стейк. Ну, стейк, громко сказано, антрикотик этот. Я его порежу на кусочки, такие крупные, вот такие вот, замариную, а завтра буду готовить. А мариновать знаете в чем буду? Вчера же закрывала эту аджику и оставила себе немного на пробу, наслаждалась сегодня ее божественным вкусом. Так вот, сейчас я в этом и замариную. Ну, естественно, приготовила лука. Лука у меня много. Смотрите, какой огромный лук. Прям большой. Я его порежу тоже. Скорее всего, полукольцами придется резать, потому что очень крупный. Вот таким вот образом. Ну и покрупнее буду резать, потому что я буду это в духовке запекать. Скорее всего, туда овощи добавлю, как настроение будет. Сегодня задумка сделать с баклажанами, с кабачком, с перцем. Ну, сначала для этого мне надо, для того, чтобы завтра приготовить, мне надо замариновать. Ну, раз уж решилась, думаю, дай-ка видео сниму, покажу, поделюсь. Ну, сколько у меня здесь этого, этой аджики будет. Сейчас посмотрим. Я уже как Юлия Высоцкая начинаю гонять по кухне. Правда, у меня кухня не оборудована. Но, тем не менее. Так, я сразу лук сюда добавлю. О, похоже, у меня тут места для баклажан и для кабачков не найдется. Смотрите, какая огромная большая ложка этой спайс аджики. Скорее всего, даже маловато будет. Так, добавляю соли. Подсолить же надо. И вот в этом я хочу замариновать эти кусочки. Вот так, наверное, и придется мне готовить лук да мясо. Куда тут? Некуда. Ой, ой, ой. Какой запах. От аджики. Ой, девчонки, такая вкусная аджика сняла. Видео посмотрите потом. Ну, как думаете? Я уж с вами разговариваю. Как Беляков. Прямо. Какая прелесть. Наверное, чувствуется острота. Соли надо добавить. Надо еще, наверное, может, перчика добавить черненького. Как вы думаете? Я уж с вами разговариваю сама с собой. Так, что я перчика сейчас добавлю черненького? Или предостаточно? Ну-ка, попробую на ложке. Обалдеть, спайс реальный, острота. На удивление, у меня даже муж сегодня это поел. Я говорю, о, что-то будет. Прям реально, как будто шашлык замариновала. Знаете, наверное, что нужно сделать? Вот я сейчас придумала. Нужно помидорку натереть без шкурки и туда добавить. Вот будет классно.
Сейчас я так и сделаю. Девчонки, вот такие две помидорки почистила от кожицы. И сейчас сюда это перетру, чтобы посочнее у меня это все было. И вторую. Теперь промешаю. Я думаю, что это будет невероятная вкуснятина. Вот теперь я закрою и поставлю в холодильник. Пусть это промариновывается. И завтра буду готовить. Ну что, девочки, привет. Снимаю я на следующий день. Промариновалось у меня мясо. И разогрела я духовку. И сейчас поставлю это прям в кастрюльке. Примерно на 1:20 поставлю, пусть стоит. И уже порадую таким вкусным ужином. Крышку открывать не буду, закрытой крышкой буду в духовке запекать. Поставила я в духовку, все, стоит. Жду сейчас, через 1:20 будем ужинать. Что, девчонки, мясо приготовилось. Ой, горячая, только достала из духовки. Смотрите, сколько здесь жидкости. Из-за лука, помидор. Сейчас мужа обрадую. Все сочное. Слюнки текут. Я с работы, жрать. Ой, кушать хочу, как не знаю кто. Как ты некрасиво всегда говоришь. Я же строитель. Строитель. А строители, они все. Я салатики сделала. Некрасивые люди, только строят красиво. Так, вот по два кусочка. Ляпота. Сейчас покажу вам, какое оно мягенькое. Порежу ножичком. Смотрите, пока она за ножом ходит, такое мяско. И она сегодня без меня, она все снимала. Вот, давай покажем. Смотри, давай. Как, какое нежное. Я прямо так раз и прям не нажимая на нож, да? Да, аккуратненько. Все, прям тает. Ну что, девочки, готовьте вместе со мной. Тут ты круголип пишешь. Это трикотик. Такой. Вкусненько пахнет. Ну что, будем мы кушать. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока. И всего хорошего. До новых видео. Всем пока. И я тут засвечусь. Пока-пока.